Ну там можно какую-нибудь арматуру поймать. Там можно арматуру какую-нибудь поймать, там никто не чистил уже 20 лет, наверное, как. Можно проверить? Ну, проверить, и так потом уже вернуть. Не, раньше реку Клязьму еще углубляли, ходила баржа. Всем снаряд такой же, как вот там сейчас на карьере стоит. И прям русло тоже чистили. Я даже видел там в каком-то из музеев был, знаешь, такой на баржу прикреплялся такой ковш. Вот такой вот, то есть, который прям под дну шел. И они этим ковшом на цепях его поднимали. И на баржу песок складывали. Тем самым здесь издревле велась еще даже добыча песка. Есть разница между речным песком и карьерным. Вон там он карьер у нас. В карьере песок он более маленький. Песчинки там совсем неразличимы. И его, как правило, не применяют в строительстве. А вот речной песок, он очень полезный в народном хозяйстве. Его используют даже в пескоструйных машинах.